Здравствуйте, уважаемые студенты. Меня зовут Тунгатарова Динара Туршановна. Я старший преподаватель кафедры ТКИЛ. Сегодня у нас по дисциплине «Основы технологии швейных изделий» тема «Классификация карманов, прорезные карманы верхней одежды». Здесь вот продемонстрированы три вида карманов. Это у нас прорезной с двумя обтачками, прорезной с листочкой и прорезной с клапаном. Что такое карман? Карман представляет собой нашитую либо вшитую в деталь, служащую местом для хранения и ношения мелочей, таких как ключи, носовой платок, деньги, сотовые телефоны и прочее. Помимо ключевой задачи, они являются декоративным элементом. Наверное, больше никакая деталь одежды не способна похвастаться таким разнообразием, как карманы. Потайные и дизайнерские, сложные и простые, которые подойдут к любому стилю. Любая новая идея мастеров начинается с простой основы. Типы карманов. Сегодня мы будем рассматривать разновидности карманов. То если говорить о месте положения, то карманы могут быть внутренними и внешними, а также расположенными в, либо на подкладке одежды. По видам они могут быть накладные, прорезными, карманами в швах. Вот здесь вот на рисунке видно. Первый карман, разновидность кармана, это разрезной. Он у нас внешний, прорезной в рамку, да, называется он. Второй вид кармана – прорезной в рамку с клапаном. Он тоже называется внешним карманом. Третий вид кармана – он располагается у нас в швах изделия. И дополнительно к нему идет вот такой вот клапан на застежке. Здесь вот идет декоративное в виде дуги прорезной карман с двумя обтачками. Третий идет такой же прорезной с клапаном. Шестой карман в шве с клапаном. И так далее. Самый последний вид кармана, он именно располагается у нас в подкладке одежды. Чаще всего он встречается в верхних одеждах, с внутренней стороны, в пиджаках мужских, в костюмах и в пальто. Давайте рассмотрим виды карманов. Накладной карман – наиболее простой в выполнении и самый распространенный тип изделия. Обычно его нашивают на лицевой стороне одежды, причем форма бывает разнообразная – прямоугольная, квадратная, фигурная, с круглыми уголками, в форме животного и любого другого предмета. Чаще всего простые накладные карманы можно встретить на моделях без подкладки и джинсах. Вот как выглядит у нас накладной карман с клапаном. Такой карман как на подкладке, так и без нее отшивается. В данном случае клапан применяется для закрывания входа в карман, а также служит декоративным элементом. Данную деталь всегда необходимо укреплять подкладкой, а кроме того, дублировать основным материалом. Подобный карман наиболее выгодно смотрится на мужской одежде в стилях casual и сафари. Следующий вид кармана – это карман в швах. Он самый простой, наиболее легкий в обработке. На выкройке вход в карман обозначается поперечными метками. Для мешковины имеется специальная выкройка. Вот как видно у нас на фотографии. Следующий вид кармана – прорезной карман. Выполняется очень быстро и без труда. Хотя для новичков он намного сложнее обходится. Прорезной в рамку. Основным его отличием от других видов считается необходимость прорези в основной ткани. То есть мы деталь, которую мы нашили, две вот эти обтачки, которые мы видим, мы их притачиваем, потом между ними
по намеченной метке разрезаем ножницами. Сначала кажется, будто это очень сложно, однако если выполнять все аккуратно и точно и правильно, и имея правильную последовательность, все будет очень легко. Следующий вид кармана – это прорезной в рамку со вставным клапаном. Встречается такой карман в мужских пиджаках, пальто, в классическом жакете. То есть отличается от предыдущего тем, что к верхней части обтачки притачивается еще и вставной клапан. Следующий вид кармана – прорезной с обтачкой с одной стороны. Выкройке подлежат одна обтачка, которая и будет использована для обработки кармана. Сегодня мы с вами рассмотрим прорезной карман с листочкой в верхней одежде. Он чем-то напоминает нам вот такой вот прорезной с одной обтачкой, но в обработке немножко отличается. Листочка в этом изделии представляет собой выкроенную отдельно деталь, благодаря которой оформляется линия прорезного кармана. Кроме того, листочку используют в качестве декоративного элемента. Как ее выполнять? Давайте просмотрим. Сначала разметьте на лицевой стороне место расположения будущего кармана. Мелом или мылом должны быть очень точно, мел или мыло должны быть очень тонко наточены, для того, чтобы наши линии были идеально точными и ровными. Все разметки должны быть выполнены с точностью до миллиметра. На это обращайте внимание. Это определит красоту будущего кармана. По шаблону выкраиваем листочку. Вот как на рисунке видно, обязательно нужно заготовить изначально шаблон. Дальше двойной кусок со сгибом. Вот кусок, посередине идет сгиб. Припуск по длинной стороне должен быть не менее 1,5 см в согнутом виде, а по бокам обычные припуски на уработку. Далее проклеиваем листочку клеевой утюгом. Проклеили. Теперь мы ее отстрочили. Выполненная листочка должна быть, должны вывернуть ее, отутюжить. И отстрочка идет по модели, по заданной модели. В данном случае у нас двойная отстрочка идет. Дальше с изнаночной стороны листочки делаем отметку на ширину шаблона. Далее прикладываем листочку на размеченную до этого линию входа в карман. Перекалываем горизонтально булавками. Дальше делаем строчку. После этого отгибаем припуск пристроченной листочки и намечаем параллельно еще две линии. Каждая из них отстает от предыдущей на 1 сантиметр. Получившаяся средняя линия – это линия будущего разреза. Намечаем также уголки для разрезания примерно на 1,5 см от вертикальных линий, так как вот показано здесь на схеме. Вот как должен выглядеть наш карман и их заготовки. В данном случае это мешковина. Ее должно быть две детали. Итак, давайте перечислим с вами, сколько у нас деталей должно быть. Да? Это две мешковины, шириной чуть шире листочки, глубиной так, чтобы рука могла свободно входить в карман. Даже можно немножко глубже скроить или побольше, потому что в процессе работы будет выполняться осноровка и лишние срезы будут срезаться. Нарисуйте дальше на одном из краев мешковины линию примерно на 1 сантиметр от края и приколите этот край мешковины, совмещая только что нарисованную линию с линией разметки на самом изделии.
Сначала скалите булавками горизонтально, вот как показано на фотографии, добиваясь точного совпадения линии разметки на мешковине с линией разметки входа в карман. После этого вколите вертикальные иголки и вытащите горизонтальные, для того, чтобы нам было удобно застрочить. Строчку выполняем по насечкам. Вот мы с двух сторон сделали насечки, да? От одного до второго края мы делаем отстрочку. Ответственный момент при разрезании нашего кармана. Разрежьте вход в карман точно по нарисованной метке до линии. Уголки надо разрезать с особой тщательностью. Нельзя не дорезать, нельзя перерезать. Все выполняется с точностью до миллиметра. Выворачиваем наш карман. Мешковину просовываем через разрезанный участок вовнутрь нашего изделия и отутюживаем. После этого делаем обязательно сметку для того, чтобы влажно-тепловая обработка получилась правильно нашего изделия. Вот так выглядит наш карман с внутренней стороны. Отутюживаем его. Вот так вот выглядит верхняя мешковина. Вот таким образом прикладываем нижнюю мешковину. Так. Нижнюю мешковину приложили. Вот приложили. Вот здесь вот застрочили, отвернули. Теперь отворачиваем верхнюю мешковину и совмещаем с нижней мешковиной. Вот теперь смотрите. Вот эти участки, которые у нас выходят за границу верхнего кармана, мы ее оснаравливаем, то есть отрезаем лишние наши участки. Совмещаем все наши срезы и прострачиваем нашу мешковину. Таким образом, чтобы край листочки был пристрочен к мешковине. Вот так выглядит в идеале обработка нашего кармана с внутренней стороны. Далее, после того, как мы отутюжили, вывернули, переворачиваем на лицо и закрепляем нашу листочку, повторяя строчку строго по отстроченным местам. То есть по отделочной строчке листочки, делая дополнительный уголок между ними. То есть вот здесь вот в углу листочки делаем закрепку. Вот так в идеале выглядит наша готовая листочка. Теперь давайте рассмотрим на этой схеме, сколько деталей, какие детали и как расположены. Первая деталь – это у нас основная деталь. Она обязательно дублируется, либо дублируется на месте притачивания нашей листочки. Вторая деталь – это листочка. Третья – прокладка листочки. Она проходит между, вот здесь вот схематически видно, да, она заштрихованная. Четвертая – это наш подклад кармана или мешковина кармана. И пятая – это долевик. Долевик, вы все знаете, это деталь, выполненная из дублерина. Итак, на этом наша лекция закончилась. На практическом занятии вы должны подготовить все эти детали, необходимые для выполнения кармана, прорезного кармана с листочкой для верхних изделий. Спасибо за внимание. Выполняем.